Тяще, у него ведь даже голос не дрожит, оцени вокал. Сейчас посмотрим, спасибо за донат. Опять метель. Не, ну как же не дрожит? Видишь? Какого хуя ведь уже апрель? Не-не-не, это просто ор. То есть, как бы, это не... Опять! И нота прям... То есть, ну, в нее въезжает, получается? Опять! То есть, вот это неправильная нота. То есть потом он как бы подъезжает, начинает ее искать. Вот это. Опять метель. И здесь тоже. Ну, то есть это классический Леос, Хэтфилд и все остальные. То есть безголосие, оно и в Африке безголосие. Поэтому то, что чувак как бы орет с расщепом, это не значит, что он может петь. То есть, видите, он даже ноту эту, как бы она... Все, это не вибрато, это как бы, еще раз говорю, что когда дыхалка, в этом и отличается вокалист от невокалиста, то есть у всех невокалистов, даже если он попадает в все ноты, даже если он супер экспрессивный, там прыгает с микрофоном, там сальто делает в толпу, обратно выпрыгивает, все делает, там колесо крутит, и микрофон прям вот так жонглирует, там опа, а я еще, но если человек не может протянуть ноту, до свидания, ну как, какой вокалист, не, все, поэтому как-то взял ноту, слушай, ну взять ноту их, и тот берет как-то ноты, и Танки Аныч даже какой-нибудь, и Леос берет какие-то ноты высокие, даже берет. То есть Леос может там чуть ли не где-то здесь взять ноту, как бы. Вот эти какие-то ноты. Но толку от них, если они все... Вот такие вот, и так далее. Поэтому...